Народ, всем привет! Сегодня мы будем проверять, сколько у нас осталось циклов зарядки аккумуляторной батареи на Android. У меня в данном случае телефон Xiaomi Redmi Note 7. Так, в прошлом видео я показывал, как зайти в секретное меню аккумуляторной батареи. Тут очень много всякой информации. Ну, тут можно сказать, процентов 80 ее как бы, ну, такая необъективная, нам она как бы не нужна. Нам нужна, получается, информация сейчас по циклам зарядки. Для этого я сейчас вам вот положу вот так, чтобы было видно бумажечку. Вот смотрите, ребята, МВ-02. Вот это и есть сколько циклов зарядки аккумулятора. Получается, полных зарядок аккумулятора у меня было. Получается, у меня уже телефон на около года или больше года. И было у меня уже полных циклов зарядки телефона 258 раз. Это подразумевается, если, например, у вас аккумулятор, вот сегодня, предположим, у меня разрядился до 50%. Я его включил на зарядку. Он у меня зарядился до 100%. Следующий день, это не цикл. Цикл, когда он полностью, ну, как 100% будет. Вот два раза я по 50% его зарядил. Вот это один цикл есть. Если вы его будете, например, он у вас разрядился до 90%, и его, вы его поставили на зарядку, то получается, вы так 10 раз по 10% будете заряжать, да, ну, от 90 до 100%. Вот тогда у вас только произойдет один цикл. Это получается от 0 до 100. Вот видно, в среднем у телефонов, у современных, где-то около 500 циклов зарядки аккумуляторной батареи, ее ресурс. Ну, индивидуально будет в каждом отдельном случае по-разному. В некоторых, возможно, аккумуляторная батарея чуть больше, где-то чуть меньше. Это уже все как бы индивидуально зависит от того, как, ну, качественно собранная батарея от фирмы-производителя, так сказать. Ну, так вот. В прошлом видео я показывал, как зайти в это меню. И здесь вот смотрим, МВ-02, 258 циклов. Остается мне еще немножко. И там посмотрим, когда я перейду этот Рубикон, сколько у меня еще телефон послужит. Но я его часто заряжаю, конечно, каждый день. Также смотрю YouTube, из-за этого у меня столько много уже циклов зарядки. Данное видео, если кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, ребята, всем пока, до встречи.